Всем привет, ребята! Мы на канале Smart Lisa. И сегодня мы хотим вам правильно показать, как делать из карточки Roblox переводить на компьютер. Ну как, Roblox на компьютер, чтобы в игре были у вас Roblox. Но сначала нам надо стереть этот код монеткой. Или все-таки пальцем. У нас вот так вот. Так, ребята, мы зашли на веб-сайт по адресу www.roblox.com/redeem. Да. И сделать логин к вашему аккаунту, к вашему Roblox. Да. И теперь мы на этой страничке должны ввести код, который указан на карточке. Вот, и они здесь делают verification, это проверка аккаунта. И здесь надо, чтобы животные стали ровненько. Вот так вот как. И нажимаем зеленую кнопочку Done. Вот это для меня это easy. Peasy, lemon, peasy. Ладно, вот так как-то я говорю. Ну ладно. Это правильно? Нет, это как-то я говорю. Ладно. Это сойдет. Последние, ребята, мне должны добавиться робоксы, я так думаю. Все? Еще одна. Не знала я. Окей, и у нас success, это у нас успех, у нас добавился баланс $10. И теперь мы нажимаем use credit. Следующая страничка у нас появляется buy Robux. Да, и у меня вот где это? У меня 800, да? И поскольку у нас на карточке есть $10, это самое максимальное, что мы можем купить, это будет 9.99. Поэтому мы добавляем... А, здесь subscribe. Нам не надо subscribe, нам просто надо buy. Да, потому что я всегда пробовала ввести мой пароль как бы Роблокса, ну как бы там... Вот, и мы добавили эти 800 за 9.99, мы добавили в... сюда. И мы теперь нажимаем redeem Roblox card. О, блин, я уже жду Roblox на моем планшете, ребят. Окей. И все, и теперь у вас... Нет, у меня... Submit order будет. Нет, у меня все равно баланс. Лиз, подожди. И здесь мы уже получаем подтверждение, что thank you for your purchase. Это значит, что мы успешно добавили. Да, вот и смотрите. Теперь получается, видите, что... это мой планшет, и у меня добавились робоксы. Где? Я... Где? Покажи, пожалуйста. Смотрите. Это вот у меня здесь робоксы, вот смотрите. У меня было их 2, а вот теперь вот столько у меня. Ребят, надеюсь, наше видео вам помогло добавить робоксы с карточки в компьютерную игру. И желаем вам хороших игр и приятного времяпрепровождения. Всего хорошего, всем пока, до скорых встреч. Да, всем пока.